Внеочередная конференция партии «Аманат» прошла и в Шенгурлауском районе. На повестке дня заслушан отчет о проделанной работе за прошлый год, также избран председатель районного филиала. Реализуемые в районе проекты и социально значимые вопросы находятся на контроле партии «Аманат». Она стала ближе к народу, а главным ориентиром для партийцев являются чаяния и проблемы людей, отмечалось на конференции. Также были озвучены задачи на 2023 год, в том числе по активизации работы. После обмена мнениями был избран председатель районного филиала партии. Делегаты открытым голосованием поддержали кандидатуру в лице Азамата Таганиязова. Я тоже поддержала его кандидатуру, потому что он один из молодых квалифицированных специалистов. Деятельный, ответственный. Я уверена, что он будет активно участвовать в общественно-политической жизни нашего района и сможет справиться с теми задачами, которые перед нами поставил президент страны.